Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hustle Castle. И как видим, у нас сегодня новый ивент. А точнее, мне мои подписчики сказали, что он идет, я этого не знал. И поэтому давайте смотреть Путь Дракона. Пройдите Путь Дракона от начала до конца, чтобы заполучить артефакт с фантастической способностью и другие уникальные награды. Вот так вот. Понятно все? Так. К воротам нашего замка прилетел дирижабль. Давай скорее посмотрим, что же он нам привез. О, и опять там граф, да, я так понимаю? Этот граф у нас, и кем он только не был, и красной шапочки с пирожками, и тут непонятно, кем он тут вырядился. Ну давай, посмотрим. Посмотрите, сколько тут замечательных наград, милорд. Давайте скорее отправимся на поиски ресурсов, чтобы попробовать получить ценные призы. Оу. Так, это у нас опять рулетка, что ли, получается, наверное, да? Так, 150... Так, секунду, ребят. Знаки дракона можно получить, побеждая других игроков на карте, за призовые места в турнире, за походы в бухту, за прохождение вторжений, за просмотр рекламу и так далее. Что вообще здесь можно выиграть? Так, подожди, я не понял. У нас идет откуда? Оу, с самого низа, что ли? Вот так вот получается, да? 25 значков, мы получаем 10 кристаллов. Потом все выше, 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 выше. Так, и в конце у нас будут... Так, секунду, ребята. Вот такие вот плюшки, да? Ядрить тебя на корень. Вот это плюшки. Хороши. Ну, 18 тысяч. Ой, ценник. И яйцо дракона. Охренеть! Раз в некоторое время призывает огненного дракона, который наносит всем противникам 10 тысяч урона и поджигает, нанося 25 тысяч урона за 10 секунд. Да вы что, совсем что ли? Это же... Это... трындец. Это убер просто нафиг. Ну что, ребят, я не знаю. Надо пытаться, надо пробовать что-то как-то делать. Так... Приглашаем вас отпраздновать день рождения Hustle Castle вместе. Поздравляем вас, отважных героев, с этой знаменательной датой и желаем еще больше веселья, красивых побед и фантастических наград. А чтобы этот день стал еще приятнее, мы приготовили для вас отличный подарок. Hustle Castle один год? Вы что-то заврались. Не может такого быть. Как это один год, если я уже играю в нее полтора, даже больше уже года? Как это так? Еще и 3 дня премиума дали. Ну, спасибо, спасибо вам большое. Так, что? Что нужно для этого? Я весь растерялся, ребят. Я просто растерялся и не знаю, что и делать. Так, ну, это, конечно, все идет у нас на разборку. Значит, мы получаем с вами плюшки за практически за все, да? За все, и для этого нам нужно начать проходить бухту. Драки. У нас вторжение есть? Вторжение есть. Давайте с него, пожалуй, и начнем. И уже исходя из этого, ребята, я буду прикидывать, приценивать. А, ну да, ребята. Так, дурачусь я, короче. Видите, арбалетчик у меня какой стоит в тяж броне. А знаете почему? Потому что мне больше нечего надеть. У меня нету лайт брони, ребята. Стань царем горы. Что такое? А, понятно, нет, не хочу я быть царем горы. Мне все равно не... Да иди ты в репу. Так, давай дальше. Мы быстренько сейчас с вами попробуем. Я хочу просто посмотреть и понять саму систему вот этого поощрения выигрыша призов, скажем так. Сейчас мы здесь этих подчикаем по-быренькому. Смех на палке, да? В тяже, арбалетчик в тяже, блин. Без бонусов, без всего, ёлки-палки. Ой, ладно. Давай дальше, поехали, еще вторжение. Да тихо ты. В бой, конечно же, в бой. Погнали. Спасибо вам, ребята, большое за то, что вы мне напоминаете, если я что-то забыл. Также вот, как, например, у нас будет в ближайшее время прохождение
дальше проходить Office Quest. Все, наверное, помнят эту игру, да? Один тоже из подписчиков мне написал, что уже вышла четвертая часть, поэтому мы обязательно будем ее проходить, но в начале Hustle Castle. И также не забывайте, ребята, переходите на мой второй канал, там очень много интересных игр я выложил в последнее время. Смотрите, делитесь своим мнением, может быть, что-то мне подскажете, что есть хорошенькое попроходить. Так что ссылка будет, ребята, в описании. Ну, а мы с вами далее-далее бомбим. Так, поехали дальше. Ну, тут быстренько мы сейчас все это дело зачикаем, если честно. Так, хорошо. О, кинжальщица наяривает, а? Не, все-таки она красава. Не зря, не зря. Так, давайте еще. И рекламу все это я, наверное, потом посмотрю за кадром, ребят. Не будем сейчас мы отвлекаться на это. Хотя, с другой стороны, не помешало бы. Как говорится, время быстрее бы у нас подходило бы. Там у меня сундук скоро корячится. За рекламу, естественно. Так, ну что, давай, 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 быстрее. Так, здесь мы получили тоже награду. Да, надо будет еще подарки раздать. Надо будет все, очень много чего надо сделать нам сегодня. Поехали дальше, вторжение. Сколько, интересно, они дадут вот этих вот билетиков за вторжение? Кстати, там, по-моему, 150 дают за просмотр рекламы, если я не ошибаюсь. Если так такое и будет, ребят, сейчас мы, скорее всего, нажмем на паузу. Я быстренько здесь всю эту рекламу просмотрю, которая тут есть. Сниму паузу, и мы с вами продолжим, естественно, играть. Но вначале все-таки я отобью этих орков, чтобы получить еще себе в придачу билетик на арену. Он никогда не бывает лишним. Так. Хорошо, разбомбили. Довольно быстро мы их тут чикаем-то, а? Вы заметили? Прям как с куста просто чух-чух-чух-чух. Отлетает, как семечки, ёлки-палки. Ну что, осталось всего лишь два вторжения. Надеюсь, что два. По-моему, больше не должно быть. Я имею в виду, что вроде бы как все вторжение полностью у нас появилось на карте. А не то, что как-то со временем потом появляется еще. Так, отличненько. И последнее, да? Угу. Да, именно оно. Блин, ну этот дракон, конечно, меня вообще просто... Естественно, каким читеры, супер-пупер, гипер-донатеры его, конечно же, получат. Честным путем, я думаю, здесь не получится. Или надо просто задрить, как не знаю кому. Так, да, здесь, ребята, мы все получили. И смотрим, я получил хоть сколько-нибудь очков. У меня 400 в данный момент. И что мы делаем? Покупаем вот это, да, я так понимаю. Хоп, получено, едем дальше. Три билетика. Так, необычное оружие. Ну, давай три билетика возьмем на арену. Три билетика на арену. Дальше у нас сундук идет с ресурсами. Ага. И вот так. Ну, неужели мы сможем здесь получить зеленые эти самоцветы? Это хорошо. Даже синие будут. О-о-о. Ну, 6000, потом полторы, ёпарсоте. 6000, ну я не знаю, ребят, посмотрим, сколько мы с вами получим, сколько пройдем. Так, ну здесь уже нужно 450. В общем, ребята, я давайте нажму на паузу, посмотрим с вами все вот эти вот рекламки. Так, забрать рекламки, что здесь, что там, все это сделаю, подарочки вам раздам и потом продолжим с вами снова. Ну что ж, друзья мои, все, я все отправил, все рекламы посмотрел. Так, давайте-ка мы посмотрим, что у нас здесь. Так, эпический предмет. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам выпадет. Оу, хекалэмэне. Как раз то, что мне нужно, ребята. Так, при использовании урона есть шанс 30% снизить урон противника на 40%. Ну-ка, ся. Так, 100 гемов получили. Довольно неплохой такой подарочек. Так, подожди, я что-то не помню. Почему это у меня один сундук? А, нет, два. Все. Так, ладно, давайте мы посмотрим, ребята. Вот у меня арбалетчик. Так. Где? Так, смотрим.
оглушить противника на 2 секунды. Ребята, ну не забывайте, что 33%, поэтому я его и поставил, этот лук, как вы просили. Так, ну где бронька? Бронька вот. Смотрим разницу. Ёпрст, разница, конечно, но если брать чисто по здоровью, то да. А здесь урон идет. Крит поменьше будет. Блин, в разы меньше, ёлки-палки. Ну-ка, наденем. Да, и мощь сразу же упала. Фиг его знает. В чем преимущество вот этой вот, ребята, брони вот от этой? Я вот не вижу, честно говоря, ни в чем. Тут у меня крита больше, брони у меня больше здесь. И такой брони. Вот урона то, что здесь нету, конечно. Урона здесь нет. Здесь идет урон и крит. Поэтому, блин. Пока, ладно, ребята, оставлю я так. Пускай будет. Посмотрим, как она себя в дальнейшем поведет. Так, ну ладушки, что же нам еще с вами замутить? Так, у меня по магии-то надо посмотреть, все у нас. Да, все делается, все отлично. Так, значит, мы с вами прошли вторжение. Теперь давайте попробуем разочек сыграть на арене. Правда, меня здесь завалят, как сосунулю. Но, ладно, посмотрим, дадут они нам очки дополнительные или нет. И также давайте... Подожди-ка. Уже народ подошел. Сейчас, наверное... Да, уже выбор идет. Уже идет выбор, ребята. Так, смотрим. 1750. Ну, давай вот здесь посмотрим. Давай вот тут посмотрим, как у нас все это разрулится. Так. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать только одно. Здесь пока все легко и просто, потому что... Потому что он сам по себе ватный. Слушайте, а что если я, например, возьму, да, и... А, ну сейчас уже не поменять. Я просто думал, что если вот взять вот вместо вот этой вот брони, поставить тяжелую, вот эту вот. Я ведь думаю, ничего такого страшного не будет, да? Ну, видите, у нас все время на урон идет. Урон, урон. Здесь нет никакого урона. Здесь вот у нас только на крит. А урона, к сожалению, нету. Для того, чтобы нам хорошенечко бомбить, нам нужен урон. И, ну, естественно, большая вероятность, что этот урон еще и кританет. Это вообще будет великолепно. Так, собираем все. Что у нас там по времени? 1 минута. Я, наверное, успею, ребята, еще здесь маленечко с вами прошуршать. Так, подожди-ка, магию заполним и подтверждаем. За минуту уж точно мы здесь, ребята, хотя бы одну волну, но пройдем это однозначно. Так. Слушайте, ну вот единственное, что мне не нравится, она ватная, ребят. Вот ее разбирает, даже прям вот видно. Очень и очень быстро. Так, ладно, турнир через 40, через 42 секунды. Так мы еще можем с вами даже успеть в бухте завалить волну. Так, погнали. Бой. И почесали, почесали. Так, 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 так. Ага, хорошо. Отлично, справились здесь. Вы смотрите, у него почему-то кинжальщики, ребята, стоят в тяже. Может быть, нам тоже, блин, поставить тяж, а? Чё за фигня? Так, секунду, ребят. По-моему, о, выбор соперника уже идет. Так, что-то я куда-то взлетел. Не к добру, ребята, это все. Давайте вот этого вот сейчас быстренько почикаем. И я попробую, знаете что? Чисто для себя сейчас сделать, что арбалетчику поставить тяжелую броню, естественно, легендарную. И что своему кинжальчику. И посмотрим, будет ли какой-то эффект, будет ли какое-то улучшение. Уж больно мне хочется это протестить. Давненько я этим не занимался, поэтому... Так, где у меня броня? Вот, например, броня, да? Надеваем ее. Кстати, мощь... Мощь даже вот с этой лучше у нас. Представляете, смотрите. Да? Ага. Так, хорошо. И... А если мы сделаем вот так вот, да? Предположим, а арбалетчику нашему
поставим вот эту вот. Ну-ка. Вот. И мощь даже маленечко сразу подросла. Чуть-чуть буквально, но все равно. Тут урон поменьше будет. Поменьше, ничего себе поменьше. Он в разы меньше, в два раза, ребята, буквально меньше. Тут и крит, и это, я даже не знаю. Посмотрим. Это все равно у нас, ребята, тест, поэтому не тяжело мне потом все это обратно поменять. Опс, упал на свое родное место, отлично. Так, давай выберем кого-нибудь. Ну вот, слабенький еще есть. Есть еще слабенький народец. Смотри, блин, все кинжальщики почему-то у них в тяжелой робе бегают. Я не знаю. С одной стороны, это неправильно, потому что мы теряем очень много бонусов. Уворот, крит, ну вообще вот это вот все. Единственное, да, что я понял, что мне нужен еще один ресерщик. Мне кажется, это будет лучше, чем арбалетчик. Хотя, секундочку, ребята, у нас что-то такое. Да, я в сети. Да, в сети. Что такое? Что такое? Что-то хотят. Так, у нас минута есть. Давайте, ребята, что я хотел, меня отвлекли маленько. Я что-то хотел. Что же я хотел? Кстати, я не заметил, чтобы она стояла у меня лучше, если честно. Нисколько не лучше. Так. Слушайте, а у меня, если я не ошибаюсь, было два лука. А где еще один лук? Неужели у кого-то... Ага, вот здесь вот. Увеличить свой крит. Я вот думаю, знаете что? Может быть, нам убрать одного... даже... Вот кто ты у меня? Ты у меня рез. Ты пригодишься. Ты кто? Ты у меня... Подожди, при чем здесь броня-то? Я смотрю, блин, броню. Мне нужно вот что. Так, вот это у меня хил, ребята. Вот я думаю, что если убрать броню и поставить ему арбалет и вот это вот. Как вы думаете, что из этого у нас получится? Если я вот так вот возьму, снять и вот так вот надену. Правда, у меня все кольца, и это у меня сделаны под магов. Так, сейчас быстренько, ребята, подерусь на этой, на арене. Так, выберем кого-нибудь еще более-менее слабого. Так, более-менее слабый — это только один у нас остается. Это вот этот вот с лямом 700 мощей. Нет, ребята, как ни крутите, а они все равно все ставят себе стяжем. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но... По крайней мере, мы сейчас в данный момент разбираем, причем довольно неплохо, вот, как вы видите. Хотя он не настолько и слаб, не настолько много. Так, ладно, меня все время... все отвлекает, ребят, я не могу никак... Так, что? Тут опять что-то пишут. Так, как дела? Ты здесь? Ой, я же написал. Так, полузаявку всех, кого звезды, подарки другие, по нулям всех кикну. Простите, но если все по нулям, значит, в игру не заходит в списке 50 человек, есть претенденты. Это правильно. Это правильно написано. Так, ладно, не будем отвлекаться, короче. Сейчас совсем все у меня по-другому. Сейчас думаем о другом. По первое число, окей, не изгоняй. Понятно, понятно, все, не изгоним тебя. Я надеюсь, Халк увидел это сообщение. И до 15 числа. По крайней мере, он предупредил, ребята. И это с его стороны это честно было. Так, ну что, у нас сейчас заканчивается. Мы сразу же идем на следующую. Я до сих пор, ребят, не протестил своих этих. Я одного мага убрал с хилом. Хочу поставить лучника, да? И посмотрим, как у нас пойдут дела. Так, здесь мы выиграли. Давай посмотрим. Вот против вот этого, как у нас пойдут дела. Сейчас я гляну, кто здесь. О, ёпрсоте.
Так, а что у него за это? Так, увеличивает свой урон. Угу. Да. На зеленые камни, ребята, вточен. О, вот это правильно, видите. У него уворот, крит, бронька, соответственно. Ну что, попробуем, ребят. Я не знаю, не уверен, конечно. У него заточено все камнями. Причем довольно неплохо. Зеленые, это как... Что-то у меня вообще... Оу! Так, 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 ну-ка. Ну, давай, 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 родные, бамп. Резать будь. Слушай, а почему? Я не могу понять, ребят, что за дела? Так. Почему не резают у меня... Короче, фигня получается какая-то. Вообще не понимаю, почему. Стоят, что-то там тупят. Что тупят? Не знаю. Ладно, проиграл, проиграл. Фиг с ним, ребят. Больше мне здесь не с кем воевать. Потому что остальные все сильные. Так, и я займусь, наконец, своими делами. Где там у меня подметало? Вот. Вот он подметало. Отнимаем вот здесь вот мы с вами арбалет. Снять. И надеваем его вот сюда. Надеть. Так, надели. Надели. Все. У всех остальное все есть. Так, вот сюда мы возьмем меч. Ну что, ребят, давайте попробуем. Мы попробуем с вами дальше в бухте. Так, поехали. Все, мне надо, ребята, камни. Я вот понял, что мне нужны камни. Точнее, самоцветы, чтобы вставлять. Чтобы увеличивать себе мощь. Так. А, я же поменял, ребята. Естественно, я уже зарегистрировался такой пачкой, поэтому то, что я там поменял, это уже только при втором заходе можно будет сделать. Ясно все. Так, сразу же, ребят, сразу же идем в бой. Не будем тут рассусоливаться. Моментально идем в атаку. А потом, конечно, ребят... Ой, зачем я сейчас использовал магию? Все, голова совсем не соображает. Видно, я уже хочу спать. Я попутал день и ночь, ребята. Теперь я ночью как сова сижу за монитором, а днем как этот храпале даю. Так, в бой. Нет, не надо. Смотрите, 100 этих будем разгрузить. Жетончиков. Так, тут уже начинают артефакты быть. Молния пошла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Отлично, успели. Блин, мы потеряли с вами мага. Мы с вами потеряли мага. Кого мы можем сюда поставить вместо? Хм. А, вот так вот, да? Ну, давай попробуем. В бой. У меня арбалетчик этот сзади. С арбалетом. Так, давай-ка вот так вот сделаем заморозочку. Ускоримся. Так, ну что, тут мы разбомбили. Отлично. Правда, вот тот он маг уже... На последнем издыхании, честно говоря, себя чувствует. Так, в бой ничего мы добавлять не будем. Единственное, что... Так, надо заморозку сделать. Потому что он тоже, гад, артефакты применяет. Оу, это у меня хил остался, да, рисальщик? Все, ребят, понятно. Такой бригадой, конечно, мы далеко с вами уйдем. Слушайте, я думаю, даже не стоит тратить ману, потому что... Тихо, блин, мог же еще взять одного воина. Ладно, фиг с ним. Пускай пробивают. Ого! Ты посмотри. Так, ты посмотри, уже, ребята, у кого-то есть такой меч. Опупеть. Лес, какой-то лес у него уже этот меч. Не дурно, да? Слушайте, а чтобы этот меч получить, что там нужно-то, я уже забыл, предположим, да? Так, чтобы получить этот меч, нужно 18 тысяч, ребят. Как? У меня всего 275 очков. Так, ладно, турнир завершен, заберите свою награду. Я здесь забираю награду, все, отлично. И также еще надо
бухте. Так, всего лишь получил 110 очков и 30 здесь. Награда, конечно, не айс. Так, здесь мы с вами заканчиваем бой. Забрать награду. Забираем. Ну давай, 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 давай. Так, и открываем, смотрим. Что там получаем? 250. Слушайте, ребят, ну по большому счету, да, если взять, я не знаю, сколько нужно бомбить, чтобы дойти. Дойти вот до сюда и купить его. 18 тысяч. Так, секунду, я гляну в магазине. Так, в магазине эти билетики не продаются. Ну, вроде бы как нет. Ну, как тогда можно набить? Ё-моё, я не понимаю. Может быть, я чего-то действительно не понимаю или не вижу. Может быть, как-то здесь есть супер-пупер какой-то это, что можно просто ходить, фармить и все. Ах, их можно купить. Вот оно что, ребят. Их можно купить. Видите, да, сами? 150 это маленький, это бесплатно. Здесь вот, вот, берешь 21 тысячу за 6500. 6500, знаете, сколько это будет, если брать в кристаллах? 6500, я вам сейчас скажу. Берем вот это вот, грубо говоря, да. Ну, предположим, у тебя нету первой покупки, да? Или уже... Ну ладно, давай, пускай. Короче, смотри. Мы тратим, получаем 29 тысяч брюликов. За 29 тысяч брюликов, ну если так по большому счету, я смогу купить, ой, я смогу купить здесь все, наверное. За 20 тысяч брюликов. Ну нет, нет, ребята, не все. Смотри, тут 6, это 7,5, да? 8, 8 плюс 6, это уже там 14 и 18. Это уже 32. 32 тысячи нужно вот этих вот. А самая последняя стоит 36. Ну, для того, чтобы ее получить, ребята, это нужно купить вот это вот все. Вот это вот все, вы представляете? Если кто-то вот это вот яйцо у кого дракона будет, то я вам сразу скажу, ну это будет понятно, что это донатер-то. И он сюда влил столько денег, что я, наверное, мог бы на это, может, год жить. Сколько он вольет сюда. Причем припеваючи. Не знаю, ребят. Нереальный какой-то ивент, если честно. В плане того, что... Нет, ну ладно, я не спорю. Одну вещь, ну две можно приобрести. Две. Ну, 3 и плюс еще вот это яйцо дракона. Это чистая выбивка. Чистая выбивка, ребята, бабла из нас. Поэтому, как бы, у кого денег нет, а денег практически ни у кого нету. Я имею в виду, играют в основном дети. Взрослый контингент уже давным-давно, я так понимаю, отсюда ушел. По крайней мере, судя по тому, как у меня расположены друзья. Если посмотреть, то... Да что ты показываешь мне? Не то, вот. То большая половина, большая половина уже ушла. А в свое время это была элита, ребята. Вот Тазген, Пиноккио, это были очень и очень крутые игроки в свое время. Понимаете? И они ушли. Намат, Арик, Зути, они все, ребята, ушли, потому что, но нет смысла. Нет смысла играть, вкладывать сюда деньги. Для чего? Вы посмотрите, сколько народу просто ушло. Так, посетить. Ну, предположим, ребят, я просто хочу глянуть. Тут даже мощь отряда. А если я посмотрю
свое время Тазген, да. Ну, посмотрим Тазгена. Но он уже, честно говоря, давным-давно не играет. Очень давно. Поэтому я не удивлюсь, у него там и мощей не так много. Так, вот он у нас. Дай-ка я гляну посетить. Посмотрим. Лям 840. Ну да, ребята. Замок есть, все пучком, но... Но не играет, по-моему, человек. Я не знаю, ребят, либо не играет, либо... Как вам сказать? Если человек без замка, у него такой же будет значок, а? Ну, я имею в виду, такой же пустой. Это-то понятно, что они вот все в замке, все у них нормально. А вот это вот не в клане. Это он в игре или нет означает? В любом случае, ребята, если эти люди не в клане и до сих пор не состоят, то, соответственно, они и не играют. Потому что такие обязательно бы были бы, как говорится, пределы. Так, ну что, а мы с вами... Давай посмотрим, что можем приобрести. Купим мы сегодня что-нибудь? Мы купим еще с вами вот этот вот сундучок с ресурсами. Так, можем купить вот это. Отлично. Вот, мы можем что с вами взять. Хорошо, пошло. Так, синих осколков 150. Это мы, наверное, завтра. Это послезавтра. Это через буквально на конец дня. Оранжевая пыль. Хорошо. Ну, я не знаю. Я серьезно, ребят, не знаю, как можно накопить. И к тому же завершится через 8 дней. Ладно бы хотя бы сделали на месяц. На 8 дней. Смотрите, хотя тут тоже Коа не в клане. Но тем не менее, смотрите. Ух, сколько у него. Кто он такой вообще, этот Коа? Нормуль. Немец? Немец, ребята. Мощь отряда 1200... Ой, лям 243. Еще и расстраивается. И он на первом месте. Странно как-то, да? Да натер, елки-палки, что я еще могу сказать? Что я могу еще сказать по этому поводу? Так, ну... Что, давайте попробуем, ребята, зайти в бухту. Уже, как говорится, нашим таким вот основным составом. То есть это получается у меня два лучника, два воина и два мага. Да? Да, именно так. Разместить лучших, заполним магию, подтверждаем и поехали. И поехали, погнали наших вороных. Ну давай, говорю, в бой. Так, посмотрим. Надо ускориться и маленько. Так, отлично. Да что такое-то, даже первый бой, блин, тягомотину тут гоняем, я не знаю, блин. Что-то как-то, ребят, не знаю, насчет этих вот лучников сомневаюсь я уже. Ну, давай посмотрим здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Это второй всего лишь раунд. И нас уже вон там покоцали. Это бред. Ни в коем случае не стоит брать себе двух, ребята, арбалетчиков. Ни в коем случае, вообще. Это просто борода какая-то полная. Да. Ну, зато, ребята, я убедился в этом сам, лично, что двух арбалетчиков брать не надо. Я не спорю, конечно, может быть и хила не стоит брать. Лучше взять реса, который может воскрешать. Но если с другой стороны подумать, мало ли вот он там тебя немножко здоровье подправит или еще там что-нибудь. Почему бы и нет? Тем более, если он очень хорошо хилит, а не так, абы как. Так, давай здесь. Так, отлично. Знаете, что меня больше всего расстраивает здесь? Что боевых магов практически никто не берет вообще. То есть, как класс воинов, да, как класс юнита, именно боевой маг здесь отсутствует.
просто-напросто. Его здесь нет. Здесь есть хилы, здесь есть ресельщики, оживляльщики, есть лучники. Но именно боевых магов я здесь уже давным-давно не видел. Я не знаю, будут ли они вообще здесь что-то из себя представлять. Если им, конечно, поменяют в одночасье полностью систему боя, в плане того, что они действительно будут как боевые маги выносить там с двух, с трех ударов воина, тогда... Тогда да, тогда будет смысл в них. А сейчас... Извините, это параша полная. Я ставил себе посохи боевые. Так, чисто тоже пофаниться. Ну и что пофанился? Сдуло ветром, елки-палки, буквально за... как только ко мне подошел воин. Просто ударил по мне и все. И причем ресерчиков больше не было. Соответственно, никто не мог рисануть. Ну и в принципе все. На этом был бой закончен. Так. Ну давай. Я вот не знаю, вот если вот взять вместо, например, арбалетчика, да, взять вообще мага. Всех магов. Вот у тебя будет два воина и, например, четыре реса. Вот это, наверное, будет комбат. Только единственное, что надо будет брать сюда вот не кинжальщика, а чисто танка, чтобы он сдерживал, ну, оборону. И тогда, я думаю, да, что добавить? Давай добавим. И тогда вот будет, наверное, супер-супер командочка. Так. Только где-то вот напасешься столько брони, столько посохов. Я не знаю, ребят. Смотрите, смотрите. Оп, вы видите комбу? Один воин, причем ассасин, блин. Тут у него два арбалетчика. Ну, я не знаю, ребят, ну какая-то заведомо... Тихо, ты будешь резать? Во. Заведомо проигрышный какой-то был комбец. Я просто сам с таким играю и сразу скажу, что это не катит, совсем не катит. Так, у нас что с вами? Мы с вами переходим на девятую позицию. Надо... О, вот здесь вот, да, смотрите. Три бойца, три мага. Я думаю, что вот это вот самое, можно сказать, даже оптимальное. Без всяких тут каких-то там арбалетчиков, фигетчиков. Вот, видите, стоит, вот мы его тут колбасим, да? И ничего не можем сделать. Вот, только сейчас заколбасили. Да можно представить, сколько у него там брони, блин, елки-палки было. Что мы его только сейчас пробили. Так, ну тем не менее, ребята, мы с вами проходим далее. И... Так, это у нас какая? Это у нас десятая, ребята, битва. Ух, поехали. Будем, естественно, замораживать. Смотрите, тут два кинжальщика и один вояка. Так, елки-палки, во! Вот это да, вот это бомбанули. Ребята, вы видели? Опс, посмотри, посмотри, что происходит. Оп, оп, он просто взял, подщикал моих всех и все. Да. Причем в тяже. Офигеть можно. Ну что ж, забираем свою, ребята, никчемную наградушку. И... Да я понял, что я получил ящик. Давай откроем, посмотрим, чего там, как, почему. 250. Это очень и очень много и очень-очень радует. Короче, ребят, ну у нас игра действительно скатывается в галимый донат. В галимый донат. Тут уже ничего нельзя, блин, добиться своими усилиями. Так, посмотрим, что мы можем купить. 260 очков у меня в данный момент. Вот я беру 100 брюликов. Нет, не 100 брюликов, ребят. Я беру... Вот. 5 синих алмазов. И все. И больше я ничего не могу взять. Драться только на арене за 30 очков. Или же ждать, опять же, бесплатной рекламы. Ждать следующего вторжения. И только тогда я смогу еще что-то себе заработать. Так, что у нас тут? Так, тут понятно все. И надо, ребята, все расставить у моих воинов, как было раньше. Но это бред полнейший. Просто смех на палке. Так. Ты у меня кто? Я уже забыл, кто это у меня, ребят. Один липовый арбалетчик. Так, увеличивать свой крит. Так, вот это вот липовый. Снимай давай и одевай быстрее свою рясу. И свой... Погоди-ка.
Да. Восстанавливаю союзнику 92 уровня. Блин, слабая, ребята, сфера, если честно. Но это для боевого мага, к сожалению. Так, и что? Так, арбалетчик у меня здесь. С этой броней. Так, погоди-ка. Надо вот с этого снимать броню, да, вот с этого снять. Одевать ему вот эту вот. Ну а моей девочке надо ставить вот эту броню. Вот так вот. Чтобы все было, как говорится, по-честному и как оно и должно быть. Так, ну что, вроде бы и все. Что это такое? Ух ты, ребята, вот, а вот это вот классно, бегущая строка, в первый раз вижу. Раньше такого не было. Хоть что-то новенькое добавили. Это знаете, как в многих играх, да, там кто-то что-то получает там, и сразу такая бегущая строка. Это было в игре, как она называется, я забыл уже. Там как кто-то какой-то артефакт получает сразу же. В общем чате там пишется бегущей строкой. Так, ну что, вроде бы на сегодня я все сделал, да, что хотел. Повоевал, бухту прошел всю, причем это у нас в откате. Да, будем завершать. Ребят, ну что я вам скажу. Последнее свое мнение по поводу вот этого дирижабля. Да, можно приобрести своими силами, ну, наверное, буквально вот до вот этой вот грани, где у нас даются брюлики. Выше, ну, просто уже нереально будет накопить. Может быть, конечно, кто-то накопит своими силами, но я почему-то сомневаюсь. Хотя за 8 дней, может быть, и накопит. Может быть, даже и купит какую-то одну вещь себе. Да, но не более, не более. А уже вот про это я вообще молчу. Да и не стоит оно того, на самом деле. Ну, а на этом все. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй. Увидимся в следующих видосиках. Всем пока и удачи.